На целый выпуск этого не хватит, потому что да и не хочется. Руководительница партии «Зеленых» в Германии Рикарда Ланг выступила с просьбой правительству изъять, искоренить с немецкого языка такие слова, как «родина» и «патриотизм», потому что очень часто эти слова используют ультраправые в своих речах, и чтобы Германия не скатывалась в сторону неонацизма, нужно эти два слова уничтожить из немецкого лексикона. Однако же эти же зеленые и их Рикарда Ланг, шефиня этой партии, дальше продолжают о том, что люди, которые насильники, вот эти детей насилуют и распространяют детскую порнографию, это не криминальные элементы, не уголовники, это люди с несколько иными интересами в жизни, поэтому их тоже нужно понимать. Вы знаете, только вот из-за таких вот высказываний, вот эту вот партию зеленых я бы запретил на государственном уровне и не разводил полемику вокруг партии АФД, которая действительно пытается хоть что-то сделать в этом хаосе, в этом бардаке против того идиотизма, который распространяют в первую очередь зеленые и свободные демократы в Германии. Это просто ужас.